Так, дорогие коллеги, я, пожалуй, продолжу, а то мы ничего не успеем. Вот, значит, я думаю так, я сейчас быстренько расскажу про алтайские, а потом более подробно все-таки остановлюсь на развитии тюркской тюркской реконструкции, потому что все-таки, насколько я понимаю, среди нас тут в основном не сидят монголисты, тунгуса-маньчжуроведы, японисты и корианисты, а вот тюркологов среди нас все-таки сидит значительное количество. Кроме того, это более предметный разговор, те изменения в сравнительной фонетике тюркских языков, которые у нас тут ненароком произошли в последние 20 лет. Вот. Значит, сейчас общие сведения про алтайские языки. Значит, почему говорят, что алтайские языки представляют типологическую общность? Они действительно некоторую представляют. Там, например, фонологические системы существующих алтайских языков характеризуются рядом общих свойств. Значит, это для консонантизма, это ограничение на встречаемость фонем в позиции начала слова. То есть фонологическая система Анлаута обычно редуцирована по отношению к фонологической системе внутри слова. Затем тенденция к ослаблению в начальной позиции, ограничение на сочетаемость фонем и тенденция к открытому слогу. Не встречается глоттализации, в общем. Отсутствуют фонологически релевантные поствелярные. То есть система у нас не похожа на кавказские языки или там на семитские, да? Похоже на индоевропейские, но не на праиндоевропейские. Да? Для вокализма большинства алтайских языков характерен сингармонизм разных типов. В основном для всех хорошо реконструируется рядный сингармонизм. Вот. Соответственно, обычные довольно большие системы гласных. В части языков имеются долгие гласные, а также восходящие дифтонги. Значит, они имеются в пратунгус-маньчжурском, а восходящие дифтонги реконструируются для пратюркского. Они есть в корейском. Для некоторого периода развития монгольских языков тоже надо предполагать наличие восходящих дифтонгов для объяснения монгольского явления перелома гласных. Вот. Сейчас я быстренько пролистаю реконструируемые системы фонем, потому что смотреть на таблицы бесполезно, а полезно иметь эти таблицы и пользоваться ими, когда верифицируешь какую-нибудь алтайскую этимологию. Я думаю, что мы презентации это будем вешать, и их все смогут списать. Вот. Вот таблица про алтайской консонантной системы. Вот. Вот соответствие внутри этой консонантной системы. Вот. Вот она такая довольно длинная табличка. Вот. Реконструируется тройное противопоставление сильной и слабой звонки или придыхательной и непридыхательной звонки. Значит, про алтайский вокализм, который сейчас реконструирован, в общем, не очень хорошо на самом деле, потому что надо учитывать свидетельство о втором гласном, которое маргинально, отпавшем втором гласном, которые маргинально встречаются в тюркских языках,
надо хорошо учитывать структуру основы тунгус-маньчжурского. Вот. И мне кажется, что ну вот, реконструкция просадических систем в алтайском словаре была сделана, но она, опять же, скорее имеет пока импрессионистический характер, потому что это реконструкция противопоставлений на первом слоге только, а там ясно, что внутренняя система просадически значительно сложнее. Ну, как вы знаете, корейский язык тоновый, японский язык тоновый плюс силовое ударение. Вот. А в тюркском, монгольском и тунгус-маньчжурском значимые просадические противопоставления вроде как не восстанавливаются, потому что и в тюркских языках, и в монгольских ударение автоматическое, и правило определяет морфонологическое правило определяет позицию ударения, значит, отсчетом от основной морфемы. Для тюркских это, так сказать, конечное ударение на конце фонетического слова, а все, что попадает после ударения, считается клитиками. Вот. А для монгольского правила фонетическое просто в основном, а именно на первом долгом. Вот. С тунгусо-маньчжурским ударением все плохо, и мы надеемся немного продвинуться с ним во время работы. То есть, ну, считается, что его нет просто. А на самом деле там довольно сложная система долгот. То есть различаются долгие, краткие, гласные. Некоторые из них происхождение вторичного, а некоторые, видимо, первичного. Вот. Для тюркского тоже восстанавливаются первичные долготы. Кроме того, имеются в новых, ну, в существующих языках имеются вторичные долготы, и кроме того, имеется ряд фонационных противопоставлений, которыми в основном занимаются, в общем, в ряде языков они были обнаружены в самое последнее время, вот как раз с коллегами из Новосибирска. Ну и вот в наших экспедициях мы тоже сталкивались с этим. Но похоже, что эти просадические явления фонационные выводятся из способов сочетания старой первичной долготы гласного и придыхательности и непридыхательности окружающих его согласных. Вот. Ну, в общем, этот вопрос отчасти нуждается в дальнейшем изучении. И тоже мы надеемся во время работы по проекту продвинуться в этом направлении. Вот. Значит, общая тенденция в фонетическом изменении алтайских языков – это склонность к установлению сингармонизма. Вообще сингармонизм – это такая штука, которая на протяжении истории языка может пропадать и появляться вновь. Вот. И, в общем, мы имеем ряд дивных примеров тому, например, в чувашском языке. Чувашский язык сейчас сингармонистический, в нем имеется рядный сингармонизм. Вот, а при этом, поскольку в процессе исторического изменения ряд чувашских гласных поменял ряд, например, протюркское «ы» дает переднерядный чувашский редуцированный. Соответственно, там какая-нибудь девушка, которая общетюркская «кыз»,
значит, становится чувашской хер, переднерядной. И функционирует в чувашском языке как переднерядное слово, соответственно, присоединяет переднерядные варианты аффиксов. При этом то, что это было слово заднего ряда, мы все-таки раньше, мы все-таки можем угадать из, собственно, чувашских данных, а именно потому, что там общетюркское «к» дало «х», а не «к». В общетюркское «к» в заднерядных словах имело, видимо, овулярную окраску, и в чувашском дало аспирант «х». А общетюркское «к» переднерядных слов дало чувашское «к». И так мы можем отличить старый ряд морфемы в чувашском языке от нового ряда. Вот. Соответственно, компрессия довольно мешающая жить. Тенденция развития, она, в общем, типологически достаточно хорошо засвидетельствована. Компрессия и упрощение сочетаний, которые приводят к уменьшению длины корня, это практически во всех языковых семьях встречается, ну и в алтайском, соответственно. Вот. Отсюда резкое увеличение количества амонимичных корней, что компенсируется сращением корней с аффиксальными элементами, вот. Что, соответственно, затрудняет нам этимологизацию. Вот. Сейчас я расскажу более или менее про то, какая общая морфология восстанавливается для праалтайского. Это все-таки более предметный разговор, чем фонетика. Вот. При этом, значит, сначала поплачусь на то, что алтайские языки не парадигматические. Об этом я говорила, собственно, на докладе, что тюркские языки не парадигматические. А в соответствии с этим морфологическая реконструкция затруднена, поскольку имеющиеся методы реконструкции морфологии основаны в основном на способах получения, на сравнении парадигматических классов в разных языках. И если мы обнаруживаем некоторую общность парадигматических классов, хотя и затемненную последующими развитиями, то это нам помогает реконструировать общую морфологию. Так, например, для доказательство индоевропейского родства и реконструкции индоевропейской морфологии ключевое значение имело наличие в индоевропейских языках двух глагольных парадигм, так называемой тематической и так называемой атематической, и распределение глагольной лексики по этим парадигмам более или менее совпадает в древних индоевропейских языках, что и привело, в общем, к тому, что вообще стали люди заниматься реконструкцией индоевропейской морфологии. Но это вот там, допустим, там церковнославянская «есмь», «еси», «есть», да, спряжение глагола связки с одной стороны, с другой стороны «берон», «береши», «берет», да, и там какое-нибудь греческое там «эсми», «эми», да, «эми», ну, «сэ» там выпало, да, ну, там санскритское «асми», допустим, с чем, с краткостью, да, вот, греческое «ми» спряжение, в отличие от «о» спряжения, которое «феро», «несу», которое родственно, значит, славянскому «брать», «беру». Глагол «бгэр»
брать и нести спрягается во всех индоевропейских языках, в которых есть эта разница между спряжениями по оспряжению, а глагол «быть» – «эссе», значит, во всех индоевропейских языках, в каких есть эти два спряжения, спрягается по миспряжению. Вот. Из чего следует, что эти типы спряжения восстанавливаются для праиндоевропейского состояния. Вот никаких таких штук мы в языках алтайской семьи выловить не можем, просто потому что не наблюдаются каких-то более-менее явных типов спряжения в алтайских языках. Это связано с их агглютинативностью. Вот. Значит, теперь то, что написано. Значит, агглютинация суффиксального типа характерна для всех алтайских языков. Префиксов мы, в общем, не обнаруживаем. Вот. А вот фузия, то есть нарушение межморфемных границ, по-разному развита в разных алтайских языках. Много фузионных процессов мы находим в монгольских, тунгус-маньчжурских и восточных тюркских языках, а в западных тюркских языках фузия наблюдается гораздо меньше. Вот. Значит, грамматические категории имени, число, принадлежность, падеж. При этом, значит, для... Ну, принадлежность характерна для материковой ветви. В корейском и японском ее нету. Вот. При этом для аффиксов числа во всех языках характерно большое разнообразие и тенденция к нанизыванию в пределах одной словоформы нескольких показателей множественного числа. Сами показатели в большинстве своем обнаруживают сходство с словообразовательными собирательными аффиксами. И вообще похоже, что большая часть этих аффиксов должна характеризоваться как деривационная, то есть словообразовательная. Легкий переход значения аффикса от деривационного собирательного к грамматической множественности может связываться с характером употребления множественного числа в алтайских языках, которые выражаются в основном в маркированном случае, в частности, при числительных распространено употребление единственного числа. Следующие аффиксы, в принципе, могут претендовать на роль проалтайских показателей множественного числа. Это значит аффикс «т», промонгольское «д», протюркское «т», которое мы обнаруживаем в... отчасти в древнетюркском, где, в общем, его употребление, в отличие от общепринятого мнения, отнюдь не ограничивается формами названий людей. Там Егид, окаменевшее множественное число, да, значит, ну что там, келит, невестки и так далее. Вот, но, кроме того, в древнеуйгурском оно встречается еще в нескольких словах, которые не имеют отношения к названиям людей. Это можно посмотреть в грамматике Эрдала. Вот, поэтому, видимо, не очень хорошо считать этот аффикс не заимствованным из монгольского, как об этом иногда говорят, ни еще есть идея, что это заимствование из восточно-иранского, потому что есть еще восточно-иранский аффикс множественного числа «т», который сохраняется в осетинском, был в сагдийском и хатано-сакском, насколько я помню.
Вот. Значит, ну, в общем, вряд ли это заимствование в тюркском, потому что аффиксы вообще довольно плохо заимствуются. Вот. А кроме того, еще потому, что если уж говорить о заимствованиях, то тут бы я поставила скорее на заимствование у соответствующих иранцев, потому что индоевропейского происхождения для этого аффикса восточно-иранского пока не придумано. Вот, значит, ну вот, значит, монгольский аффикс множественного числа «д», маньчжурский «та», прояпонский показатель множественного числа «та», прокорейский показатель множественного числа «тир». Второй аффикс – это проалтарское «лар» или что-то в этом роде. Это тюркская «лар», промонгольская «нар», прояпонская «ра», протунгус-маньчжурская «ла». Значит, для тюркского это наиболее известный аффикс, показатель множественного числа. Но надо сказать, что в булгарской группе он не засвидетельствован. Чувашский язык имеет инновационный показатель множественного числа 7. А в монгольских и тунгус-маньчжурских языках это множественное число обозначений живых существ, а в японском это аффикс, обозначающий прежде всего ассоциативную множественность. Что нам говорит, что в принципе можно искать первоначальное семантическое распределение показателей? И, наконец, аффикс «ре», с которым мы встречаемся в тюркском как обозначение парной, возможно, первоначально парной множественности. Это показатель множественного числа у личных местоимений первого и второго лица «биз», «сиз». Значит, «эбер», и «эзер» чувашская. Значит, кроме того, в названиях парных частей тела грудь «кюкюз», значит, что еще-то, ох, ну это все могут вспомнить, если... Что там еще? Ну, агус, который рот, допустим, который рассматривается как две губы, да? Вот. Так вот, значит, мы находим для этих парных частей тела алтайские параллели с другим аффиксом. Например, для протюркского «кокюрь» грудь, мы находим параллель про японское кокоро сердце, про монгольское кэкэн, про тунгуско-маньчжурское кукун грудь. Таким образом, можно предположить первоначальную оппозицию показателя единственного числа «н», и это «н» как таковое довольно хорошо попадается у нас в монгольском. А также у нас имеется противопоставление «н» единственное число «т» множественного числа в древнетюркском «еген», «егет». Значит, и дуальное «ре», множественное «т» и ассоциативное «лар». И если эти аффиксы и в проалтайском, как и в современных языках алтайской семьи, носили необязательный характер и употреблялись только в случаях, когда требовалось подчеркнуть числовое значение, то значит, можно попробовать восстанавливать для проалтайского вот написанные ниже оппозиции. КК – неопределенная грудь, ККНа – одна грудь, кэкэржи, две груди, кэкэт, много, да,
с другой стороны «ина» или «ина брат» или «братья», «инан» – один брат, «инарь» – два брата, «инат» – много братьев, «иналар» – братья и их семьи, друзья, то есть ассоциативная множественность. Определенное количество падежных аффиксов можно восстанавливать для праалтайского состояния. Нулевой показатель номинатива, показатель аккузатива «ба» или «бэ» на основании сопоставления древнеяпонского аккузатива и тунгус-маньчжурского «ба». Партитив «га», который, значит, это партитив или определенный аккузатив тунгус-маньчжурский, древнеяпонский посессив «га». Возможно, сюда принадлежит среднекорейский аккузатив. Значит, промонгольский определенный аккузатив «г», про тюркский определенный аккузатив субстантивной парадигмы «ыг». Генитив «не» с неизвестным гласным, соответственно, это протунгусское «ни», древнеяпонское «но», среднекорейское «не» – это известная среднекорейская буква-треугольник, которая маркирует посессивные формы. Вот промонгольское «н», протюркское «н» – субстантивные парадигмы, которые сохраняются только в чувашском и в агузской семье, в остальных языках сливаясь с, в общем, с полученным из местоименной парадигмы склонения распространителем «н». То есть в большинстве тюркских языков это генитивное окончание «нын», но это за счет влияния местоименной парадигмы. Вот. Датив, локатив на «ду», вот тут написано, датив инструменталь на «н», датив, директив «ка», комментатив, локатив «ла», комментатив, экватив «ча», аллатив на «га», директив на «ра» и инструменталь аллатив на «джи». Вот. Довольно много показателей. Вот. Ну, имеются основания для восстановления в праалтайском двух типов склонения, именного и местоименного. Местоименный тип прежде всего характеризуется наращением в косвенной основе элемента «н», что характерно для тюркских, монгольских и тунгус-маньчжурских языков. Тюркский и монгольский материал позволяют восстановить, по крайней мере, два местоименных падежных аффикса, отличных от именных. Это «ы» определенного аккузатива и «я» окончание датива. Или там направительного падежа, это не совсем понятно. Вот. Личные местоимения материковых алтайских языков довольно хорошо восстанавливаются. Значит, и обнаруживают существенные системные совпадения. Например, восстанавливается для местоимения первого лица единственного числа развлечение прямой основы «би» и косвенной основы ну, «ма» примерно. Вот. Но основа местоимения второго лица в монгольских языках отличается от тюркской и тунгус-маньчжурской. Для монгольских это «ты», а для тюркской и тунгус-маньчжурских это «сы». В монгольских и тунгус-маньчжурских языках различаются инклюзивные и эксклюзивные местоимения первого лица множественного числа, но они, по-видимому, инновационные там и там, то есть это формальное множественное от местоимения первого лица, в отличие от отдельного инклюзивного местоимения. Вот. Значит, вот перечислены местоименные основы, выводимые на праалтайский уровень. Это первое лицо, различается основа единственного и множественного числа.
Еще одна местоименная основа первого лица «на» восстанавливается на основании сопоставления монгольской косвенной основы единственного числа в местных падежах, а также прокорейского «на» – «я» и прояпонского «а» – «я». «Си» восстанавливается, видимо, выводится на праалтайский уровень благодаря тому, что протюркская и протунгусская основа сопоставляются с древнеяпонским «си», «ты». Вот. И более маргинальная основа второго лица «на» восстанавливается на основании прокорейско-японского «на», и, может быть, сюда же можно притянуть протюркское окончание второго лица категории принадлежности «нэ», которое, видимо, следует объяснять как какое-то сочетание с каким-то заднеязычным согласным. Вот. Изолированная промонгольская местоименная основа второго лица «тита» должна была бы восходить к праалтайскому «тита», но она не находит параллелей в других алтайских языках, зато, конечно, она находит прекрасные параллели на настратическом уровне, а именно в индоевропейском и праоральском. Вот. Притяжательные местоимения во всех этих языках производны от личных. Вот. Указательные местоимения формально и семантически совпадают в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках. Различается система ближнего и дальнего деиксиса. В тюркских языках другая система. Восстанавливается три степени дальности. И эта система достраивается в некоторых языках инновационно до четырех степеней. Восстанавливаются, по крайней мере, два вопросительных неодушевленных местоимения или неличных. Значит, «кай», «какой» и «ню», «что». А общее одушевленное или личное вопросительное местоимение, то есть то, что тюркское «ким», для на праалтайский уровень пока не выносится. Значит, аффиксы принадлежности во всех языках, в которых имеются, похожи на инновационные. Правда, в тюркских языках это особая система, которая, возможно, восходит к праалтайским личным местоимениям, но явно не к тем независимым личным местоимениям, которые имеются на протюркском уровне. Вот. А в монгольских и тунгусо-маньчжурских языках аффиксы принадлежности восходят к постпозитивным личным местоимениям. То же самое можно рассказывать о личном спряжении, которое отсутствует в маньчжурском, а в тунгусо-маньчжурских языках аффиксы личного спряжения – это инклитичные формы личных местоимений. И фактически остаток древнего спряжения можно усматривать только в протюркской глагольной системе. Вот. Полностью отсутствует личное спряжение в японском и корейском, причем не наблюдается и в древних памятниках тоже. И, по-видимому, функциональной заменой ему служит в этих языках категория вежливости. Вот. Часто алтаистику упрекают в том, что для праалтайского состояние не восстанавливается числительное. Это неправда, вот они восстанавливаются всякие, может их видеть. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Правда, в некоторых группах языков они заменяются. Вот, однако, набор 10 числительных, причем для некоторых мест возможные варианты. Значит, реконструкции. Вот.
Значит, для материковой алтайской семьи восстанавливаются две исконно глагольные формы, а именно повелительное наклонение в форме чистой основы и желательное наклонение носу. Прочие финитные формы представляют собой этимологически различные отглагольные имена, стоящие в предикатной позиции и оформленные аффиксами предикативности. Вот. Но вот некоторые показатели глагольных категорий, которые все-таки восстанавливаются для праалтайского. Это деепричастный показатель «я». Значит, депричастие предшествования на «п», «ба», «пи», неопределенный «презенс», ну, «презенс будущее время» на «р» и «прошедшее время претерит» на «т». Два отрицательных слова, образовавшиеся по языкам в глагольные показатели отрицания, это «ма» и «ани». Оба этих показателя отражаются в тюркских языках. Одно как глагольное отрицание, другое как отрицательная частица в чувашском. Вот. Из словообразовательных моделей залоговые аффиксы «б» – пассив, каузатив, «н» – интранзитив, рефлексив, «ч» – реципрок, ретранзитив, каузатив. И фазовый, возможно, или модальный «с» – это то ли инхоатив, то ли дезидератив. Отглагольные имена на «м», «на» и «к», уменьшительные на «ч» и «не», и общий продуктивный аффикс, образующий атрибутивные слова «ки». Вот. Ну, то, что синтаксически алтайские языки сходны, для их родства нам ничего не дает, а дает для семантической близости. Теперь, значит, я не буду рассказывать лексику, а лучше расскажу новые вещи для... сейчас. Так, что там у нас? Оп, требуется обновление. Эй. Лучше я закрою. Так, сейчас. Я просто хочу открыть тюркскую презентажку. Где тут мой компьютер? Вот мой компьютер. Так. Вот. И рассказать немножко подробнее тюркскую реконструкцию. Точнее, те модификации тюркской реконструкции, которые были проведены в последние, 40 лет, допустим. Вот. И которые обычно обычно оказывается, что не достигли ушей тюркологов. Вот. Это вот, значит, карта распространения тюркских языков. Вы видите, что их тоже довольно много. Классификацию тюркских языков мы уже рассматривали. Вот. Это вот глотохронологическое древо распада тюркских языков, построенное на основании анализа тюркских стословников. Значит, вы видите, что первый распад падает, примерно на рубеж эры, да, немножко до нашей эры. Вот, и распад, вот у нас, значит, агузы отделились, вот у нас чуваши отделились, во-первых, да,
Вот у нас узел, от которого отпадают, значит, агусские языки. Ну, я не буду говорить про язык памятников, потому что стословники по языку памятника – это вещь достаточно сомнительная. Вот, вот у нас отваливаются две ветки – якутско-долганская и тувино-тофаларская. Вот. И вот у нас все остальное, ну вот это очередной вариант списков, где дополненные хакасские, а нет, дополненные алтайские списки и недополненные хакасские еще. Вот оно, значит, делится так, что вот у нас эти самые западные, фу, северные и южные языки Алтая. А вот у нас хакасская группа отваливается, а вот у нас все остальное кучкой. Это вот этот самый генеалогический куст как раз. Вот. А, так, ну это мы... Вот. Вот так сейчас реконструируется протюркская система согласных. Для нее восстанавливается... придыхательные, согласные или сильные, взрывные и слабые, значит, причем придыхательные, эти самые сильные, встречаются и в начале слова, и в середине слова, а слабые имеют... аллофоническое распределение, а именно в начале слова они выступают как взрывные, а в середине слова как звонкие спиранты. Вот. Кроме того, у нас имеется, значит, протюркское «с», которое, может быть, было и межзубным. Мы этого не знаем. Протюркский латерал, который в... Это тот звук, который в чувашском дает «л», а в стандартно-тюркском «ш». Начальный ларингал «х», который сохраняется отчасти в халашском, а кроме того, есть... два слова заимствования из дунайско-булгарского в южнославянский, которые сохраняют начальное «х». Это «хоронго», «хорунгу», значит, которое «хоругв», и и халан, которая заимствуется в халуга, лужайка. Вот. Значит, вот так вот обозначен не очень понятный сонант, который дает в чувашском, в булгарском «р», а в... в стандартно-тюркском «з» надо сказать, что сонантный характер подтверждают, во-первых, сюнусские слова, которые цитируют китайские источники, во-вторых, в сибирских языках, то есть в прасамадийском и в праенисейском, он тоже заимствуется как «р». Там прасамадийское «юр 100», допустим, имеет место. Вот. Значит, вот эти вот в скобочках – это интервокальные аллофоны вот этих. Вот. И, значит, носовые... глайдеры, «лэ» простое, и йод, соответственно, интервокальный. Что касается начального йота, то
здесь для него выписано вот это, потому что по некоторым данным похоже, что как вообще свойственно для фонологических систем восточно-сибирского местоположения и, может быть, и несколько более западного, начальный йод, то есть вещь, которая может рассматриваться как функционально начальный йод, начальная фонема йод, фонетически представляет собой палатальную аффликату. Вот. Значит, дальше я просто покажу некоторые результаты этой фонетики на материале якутского языка. Значит, во-первых, мы, в отличие от предшественников, хорошо различаем интервокальное «п» и «в», «т» и «в», но это предшественники тоже очень хорошо различают, и «к» и «г». Так, все неправильно. Вот. Вот, например, каким образом развиваются эти звонки фрикативные в инлауте якутском. Оказывается, что в морфонологически интервокальной позиции они в якутском дефрикативизируются и дают звонкий согласный. Правда, фонетически это губно-губной глайд якутский, табыскан, хан и так далее. Вот. Значит, в морфонологически конечно-слоговой позиции, а при этом эта штука, наоборот, развивается окончательно в глайд и дальше сливается с гласным. То есть рефлекс, ну, как бы нулевой. Это значит, протюркская «сыв» дает якутская «у», протюркская «чув» «мыть» дает якутская «су», значит, протюркская «кав» «древесный гриб» и «сухая трава», ну, «труд», собственно говоря, дает якутская «кыа», протюркская «сеп» «любить» дает якутская «е», и так далее. Тоже, значит, самое можно сказать о заднеязычном, в конечно, «ах», в конечно-слоговой позиции он дает в якутском, он выпадает в якутском и дает стяжение. Протюркская «ях» – жир, масло, якутская «сэ», протюркская «тах» – гора, якутская «тэ», протюркская «сах» – доить, якутская «ыа», протюркская «егн» – рукав, якутская «сех», протюркская «элиг» – рука, якутская «эли». Вот. Инлаутные звонки фрикативные из «г» также в якутском пропадают, в отличие от «б». Вот. Там протюркская «агыр» – тяжелый, якутская «ар», протюркская «багыр» – печень, якутская «бар» и так далее. Довольно большой набор. Значит, если мы посмотрим на то вообще, как развиваются эти интервокальные согласные в тюркских языках,
то мы видим, что, во-первых, в чувашском языке и вообще в болгарской группе, значит, «в» и «г» интервокальные оба дают «в», независимо от вокалического окружения, а интервокальный зубной дает «р» или «е», а «йод» дает, получается диссимилятивно, а именно если в основе присутствует еще одно «р». Вот. А в якутском эти интервокальные фрикативные частично дефрикативизуются, а именно зубной дает «т», а губной дает «б». А в внутриморфемном интервокале и фрикативной, уходящей в ноль в прочих случаях. В саянских языках он то же самое у нас, зубной дефрикативизуется, а губной дефрикативизуется перед «э» и «и» и исчезает в прочих случаях. Вот. А заднеязычный и в якутском, и в саянском исчезает. То есть дает фрикативный и исчезает. В языках хакасской группы зубной дает «з», губной дает «в» в соседстве с огубленными гласными и «б» в прочих случаях, отсюда у нас хакасская «ип» – «дом». Вот. А «г» в конечной позиции сохраняется, но на самом деле там все гораздо сложнее, как сейчас выясняется, а именно по диалектам, во-первых, у нас, значит, потомок этого «г» в тувинском в части диалектов дает, в отличие от озвончающегося глухого, который дает овулярный «г» при озвончении, вот этот настоящий протюркский «г» дает тувинском, там, где он не озвончает, там, где он не пропадает, то есть не в интервокале, а на конце слова, дает велярный. Такой же рефлекс мы наблюдали лично, значит, в шорском диалекте хакасского языка в части говоров, точно так же с развлечением того, которое получено при интервокальном озвончении старого сильного, и того, который сохраняется на конце слога из старого фрикативного. Старый фрикативный дает велярный, а озвонченный дает овулярный звук. Вот. Ну, значит, в остальных языках мы везде видим рефлексы фрикативных во всех этих позициях, а именно йод из зубного с некоторыми интересными вещами, например, там, где у нас сочетание «зр» внутри слова, там мы в части случаев получаем метатезированное сочетание «рд», как, например, в слове «утка», которое в части этих языков развивается в «эйрек», а в части в «эрдек». Это один и тот же корень, который получается, в общем, рефлекс получается достаточно закономерным образом, если не считать метатезы сочетания фрикативный плюс сонант в некоторых говорах. Вот. Значит, ну и как фрикативный различается губной, значит, и как фрикативный развивается заднеязычный,
Между прочим, значит, заднеязычный дает вот в этой центральной группе северно-алтайские, центрально-восточные, кыпчакские языки позиционное распределение, а именно развивается в «е» в соседстве с «и» или в переднерядных комплексах и в заднерядных комплексах. Опять же, в кыпчакских языках диссимилятивное развитие, а именно если в слове есть йод, то интервокальное г в соседстве с и должно было бы давать е, но сохраняется как г диссимилятивно. Отсюда егит или джигит, или там другие рефлексы в кыпчакских языках. Вот. Значит, протюркский вокализм сейчас восстанавливается несколько более полным образом, чем раньше, а именно ну вот эти вот изменения к реконструкции протюркского вокализма, которые включают реконструкцию закрытого «э» и закрытого «а», они, собственно, впервые были предложены Дёрфером аж в 1972 году в общем, не очень хорошо известной статье, но он там не приводит подтверждающего материала. Вот. Значит, восстанавливается в основном на чувашско-якутских соответствиях. Восстанавливается протюркская долгота и восстанавливается ряд восходящих дифтонгов для первого слога с широким вторым компонентом. Вот. Кроме того, опять же, ну, по большей части к Дёрферу и к Клоссену восходит реконструкция трех, а то и четырех гласных для не первого слога. Обычно вся эта картинка у нас затемняется сингармонизмом в языках, но, во-первых, для древнетюркского мы хорошо видим наличие немотивированного, а губленного гласного в непервом слоге. Его хорошо сохраняет древнеугорский, хорошо сохраняет словарь Махмуда Кашгарского. И, во-вторых, начиная с Клоссена, для второго тюркского слога восстанавливается широкий огубленный гласный, соответственно, с сингармоническими вариантами. На чем основано развлечение закрытого и открытого «э» для протюркского. Значит, агузский из сравнения тут более или менее выбрасывается, а именно на кратких гласных в проагузском развлечение закрытого и открытого вторично. То есть в проагузском, собственно, краткие «э-образные» звуки не различают старой открытости и закрытости, а в азербайджанском хорошо видно, что закрытое и открытое краткое «э» распределены позиционным образом. А именно закрытый мы имеем после «йота», перед шипящими «ш-ч» и перед общеагузским «йотом», но, то есть восходящим к протюркскому «йоту» и к протюркскому зубному спиранту «з», как в слове «аяк». Вот. Но не перед, собственно, азербайджанским «йотом», возникающим из агузского «г» в интервокальной позиции между передними гласными. Вот. Значит, то есть перед новым азербайджанским йотом сохраняется открытый характер «э» краткого.
Значит, таким образом, ситуация в азербайджанском вторична по отношению к туркменской ситуации, где рефлексы кратких вообще не различаются. В халаджском похоже, что противопоставление на кратких, открытого и закрытого, это все-таки не противопоставление, а свободное варьирование. Это, собственно, более или менее описано уже в халаджской грамматике Дёрфера, где приводится масса диалектных вариантов. Вот. А старое противопоставление открытого и закрытого и, в общем, отражается, значит, на долгих. Вот, собственно, эти самые системы соответствий. Наиболее распространено и краткое открытое. Вот его рефлексы. Это прагузское и краткое без развлечения, якутское э, чувашское а, халашское э. Вот подтверждающий фонетический материал. Вот. Достаточно регулярный. Тут приведено, ну, в общем, таких корней реконструируется около, с этим гласным реконструируется для протюркского около 50 штук. Вот и закрытое, которого корней с ним восстанавливается для протюркского порядка 20 штук. Вот. Это агузское «э» без развлечения, якутское «и», чувашское «и», которое перед носовыми «и», «р» после «ч» переходит в редуцированный, и халажское «э». Вот подтверждающий материал. Его довольно много, тоже, значит, он довольно регулярен. Вот протюркское «э» долгое, открытое. В агузских они различаются. «Э» долгое, открытое дает «э» долгое, открытое в туркменском дает «э» открытое без развлечения долготы. И без позиционного сужения в азербайджанском, то есть вот то, что мы говорили про позиции рядом с шипящим и с йотом, это касается краткого «э». Краткое «э» сужается в этой позиции. Долгое же «э» открытое не сужается. Вот. Значит, якутский дифтонг «э», чувашская «а», халашская «э». Вот. Вот, пожалуйста, подтверждающий материал. Ну, здесь 10 штук, ну, а так их на самом деле, наверное, где-то 15 штук. Понятно, что долгих вообще меньше, чем кратких. Вот «э» открытая. Закрытое долгое, пардон, оно, значит, дает агузское «э» закрытое долгое, которое дает «э» закрытое долгое в части туркменских диалектов. В литературном туркменском оно переходит в «и» долгое. В якутском, внимание, оно совпадает с «э» открытым долгим. В чувашском, внимание, оно совпадает тоже с «э» открытым долгим. Вот. А в халажском оно дает дифтонг «ие». Вот. Кроме того, для небольшого количества примеров можно восстанавливать дифтонгоидные сочетания «и-образной гласной» с «йот-образным элементом срединного кластера». И это случаи, когда у нас долгие в якутском и чувашском дают узкие рефлексы. Вот. Вот некоторые примеры. Значит, в чувашском после согласного любой дифтонгоид дает «и», а в неприкрытом слоге в позиции «не перед «р»» превращается в восходящий дифтонг. Дифтонгоидный элемент, видимо, вызывает полутализацию начального «ч» также.
и подтверждающим материалом гипотезы о развитии через этап восходящего дифтонга в Чувашском могут служить формы волжско-булгарских эпитафий Биэлим 5 и Джиэти 7. Вот они как записаны. Они записаны с Яем и Алефом. Так же, как и старый дифтонг в Хан Кровь, которая сейчас Юн Чувашская, тоже записана в эпитафии через Яй и Алев. Ну и также, значит, начальный элемент йотовый в Ел община выходит, который соответствует общетюркскому Эль народ, а в современном чувашском это Ял деревня. Вот. Значит, вот ряды соответствий для этих дифтонгов. Вот. К чему это восходит? Значит, в некоторых случаях мы видим очевидное соответствие протюркских сочетаний вот этих дифтонгоидов, которые дают дифтонги, впоследствии проалтайским сочетанием согласных внутри интервокальным с йотом и не. И это вот мозг, для которого мы реконструируем дифтонгоид «эй». А, значит, ступка, в котором было сочетание «льне» про алтайство, позволяет реконструироваться. Вот. А, что касается ранних свидетельств про булгарской группе языков, то славянские и венгерские заимствования из дунайско-булгарского различают рефлексы открытого и закрытого «э». Закрытое «э» отражается как и в славянском, и в венгерском, а открытое «э» как «а», «а» и «э» в венгерском, и «о» при краткости и «а» при долготе в славянском. А, вот примеры, когда у нас пример, когда у нас краткое и открытое дает «о» в славянском, долгое и открытое дает «а» в славянском, и краткое и закрытое дает «и» в славянском. Этих примеров не очень много, но вот различение «о» и «а» в зависимости от долготы, оно совпадает с тем, каким образом заимствуется дунайско-булгарский в южнославянские. В случае гласных «а» и «а» долгое тюркских, а именно «а» долгое заимствуется как «а», а «а» краткое как «о». Что довольно хорошо, потому что у нас для прославянского «о» краткий гласный, «а» долгий. Вот. Ну вот, это значит гласный. Теперь, значит, закрытое «а». Закрытое «а», для которого Дёрфер не приводит материала, а кроме того, тут была такая сложность. Дело в том, что в якутском общетюркское «а» простое иногда дает также «ы» в сочетаниях с йотом. Например, якутское «ый» – луна в соответствии с общетюркским «ай». Вот. Это отдельный процесс, и он не имеет отношения к протюркскому «а» закрытому. Значит, протюркское «а» закрытое дает в якутском «ы» вне этих условий. Вот набор... Да, кроме того, значит, имеется еще таинственное развитие «а» в «ы»,
в некотором количестве слов в тувинско-тофаларской группе. Значит, эта рефлексация тоже не имеет отношения к протюркскому «а закрытому». Откуда она берется, пока непонятно, но похоже, что там действовал некоторый специфический фактор внутри саянский, потому что там примерно 20 таких соответствий, и их равное количество возводится и к протюркскому «а закрытому», и к протюркскому «а открытому». То есть похоже, что в просаянске у нас сначала был рефлекс «а» в обоих этих случаях, а потом уже внутри саянски действовал некоторый фактор, который дал разделение рефлексов на «а» и «ы». Но пока какой это фактор, непонятно. Возможно, что это как-то связано с фонационными особенностями, которые довольно хорошо видны, ну, сохраняются в тувинско-тофаларской группе. Вот, но пока это не ясно. Вот. А вот, значит, набор довольно большой. Здесь приведены лишь некоторые примеры соответствия, когда у нас имеется соответствие чувашского «ы», якутского «ы» при «а» в прочих языках. И для этих случаев мы сейчас реконструируем «а» закрытое. Вот. Далее. Что касается вокализма не первого слога, то, во-первых, мы видим, что узкое огубленное гласное, то есть «у», как мы его записываем, «у» большое, потому что ряд его определяется в зависимости от ряда гласных первого слога, восстанавливается в протюркских основах на основании «а» свидетельств памятников, когда они есть. Во-вторых, на новоуйгурском развитии «а» первого слога в «о» при наличии немотивированного огубленного во втором слоге. И в-третьих, на якутском, который, ну, как известно, в якутском, значит, два наречия – окающее и акающее. Так вот, в окающем наречии якутского оканье обеспечено вот именно этим немотивированным у второго слога. А что, у меня время кончилось, да? Ага, ну сейчас, там еще пара слайдов. Вот эти примеры, значит, когда у нас для протюркского немотивированное «о» восстанавливается. Вот. И вот еще, значит, рефлексы широкой огубленной гласной в непервом слоге, они тоже у нас отражаются в якутском оконье. Вот. Кроме того, они у нас отражаются в колебании узкого широкого гласного второго слога по тюркским языкам. По крайней мере, для агутского хорошо видно, что в открытом конечном слоге старое «о» переходит в широкий гласный, а в закрытом – в узкий. Но в остальных языках, видимо, несколько другое распределение, и тоже с ним пока не очень понятно, как. Ну, вот, собственно, оно. Так, вот пока все.